Всем привет, ребята, с вами Лордик. Сегодня я буду спидранить Doors Bad Bad. Попробую пройти его хотя бы меньше, чем за 3 минуты или 4. Ну попробуем, давайте. Я уже эту игру прошел, мне доступна вот эта вот дверка. Тут все, всякие кредиты, всякое такое, Secret Stand of Chase. Если хотите, чтобы я туда пошел, то над этой частью 5 лайков. Спидранинг. Ну что, ребята? 3, 2, 1. Погнали! Я буду проходить все честно. Как, ну, то есть открывать все замки, искать тумбочки, обыскивать. Ну, то есть, приватка, короче. И я буду все выполнять. Не буду на онлайн-серверах. Если вы хотите, чтобы. Так, тут за мной уже сик этот бежит. Так, тут начинаем прыгать. Вроде спида еще не руин. Я проходил за 3 минуты 44. Так, оп, все, прошли, отлично. Все, так, нам осталась самая малая часть. Главное, чтобы в 50 хотя бы дошли до фигуры. Вот еще хорошо. Ну, почти до 50 дошли до фигуры. Почти. Ну как почти? Угу, почти. Так, ребята, сразу идем вводить код. Так, 4, 9, 2, 8, 5. Enter. Все, погнали. 1 минута 11, пройдена библиотека. Так, где тут ключ, 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 ключ? Ищем ключ. А ключ что-то не ищется. Где ключ? Ладно. Заруинился чуть-чуть. Чуть-чуть вообще. Не думаю, что... А, понимаю. Потому что... Бежи сразу на диван, иди до... Оп! Сразу, беги. Так, тут он уже не достает, это хорошо. У нас сейчас второй сик. Ну, походу, я уже, ребята, игру за 3 минуты меньше даже не пройду. Ну что, тут секундочка расслабления, так сказать, и полетели. Я этот, мне кажется, эту игру уже выучил просто на 100%. Вот, знаю, тут вот эта штука будет, как проходить ее надо, вот. Оп, опа, опа. И тут так, просто сейчас супер умный сик будет. Реально супер умный. Он эту ямку перепрыгнет, прикиньте. Ломаем тут эту стенку, которая тоже отнимает у нас немало времени. Открываем следующую дверь, сейчас будет хаут. Хэлт, холд, холд, кто его как называет? Хальт называю. Ай. Так, замок, ключ берем. Что? Ладно. Так, 3 минуты, это... У нас сейчас будет чистое время с открытием всем ключом. Вот это все, короче. С открытием всем вот это. Может, даже еще подоспею. Да не. Так, тут уже хальт. Хальта я умею проходить, ну, наверное. Тут он такой слабый. Ну, как слабый. Ай, турнараунд! Максимально близко держимся. Все, бежим. Это победа. Оп, быстро открываем сейчас все двери. Оп, пролезаем тут. Быстро. Блин, уже не успеваю. Да, конечно, не успеваю уже, да. Давай, прыгай, фигура. Хорош. Так, ключ вот лежит у нас. Идем, открываем. Вентиляционная. Все, квик. Оп, элеватор. Так, сейчас посмотрим, какое время. Сейчас у нас эта затворка закрывается. Фигура не успела. Оп, 4:15. Зафиксировали время. Но это очень слабенькое время. Ай, конечно. Да, да.
Ну, такое будет. В принципе, я буду уже завершать. С вами был Лордикс и фигура, которая упала на лифт. И был Дос Бад Бэт. В следующей серии я пройду уже на онлайн серверах, где уже все открыто, все разрушено. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.